Сводный отряд полиции Чувашской республики отправился в служебную командировку в Северокавказский регион. Работа на выезде продлится 180 дней. Вместе с родственниками и сослуживцами сотрудников полиции провожала и наша съемочная группа. 70 сотрудников органов внутренних дел Чуваши отправились нести служебную командировку на Северный Кавказ. Всего за 20 лет там побывали 4000 полицейских нашей республики. Михаил Фролов отправляется в Чечню уже в третий раз. Задачи, говорит, для нас знакомые. Охрана общественного порядка. Мы будем находиться в пункте временной дислокации в населенном пункте Серноводск. Настрой боевой. Такого чувства страха нет. Конечно, больше всех в такой ситуации переживают родственники. И неважно, в который раз отправляются их мужья или сыновья в командировку. Надежда Журавлева провожала зятя. Очень сильно переживает, чтобы вернулся жив-здоров. Напутствуя полицейских, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев отметил, что сотрудники органов внутренних дел нашей республики всегда достойно выполняли свой долг. Служите честно, с достоинством, и чтобы всегда говорили, что работники органов внутренних дел Чувашской республики надежные, уверенные, и на них всегда можно положиться. Здоровья вам! Благополучия, удачи, везения и знайте, что мы вас всегда ждем. В сложившихся политических условиях у наших сотрудников особая задача – не допустить провокаций и проникновения на территорию России террористов. Должна быть более повышена бдительность личного состава, усиление именно от бдительности. А в остальном те задачи, которые предстоит выполнять этому отряду, они нам понятны, знакомы. Мы их выполняем уже на протяжении свыше 10 лет. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.